Всем привет! Сегодня обзор заказа по второму каталогу. И это праздничный каталог. Он посвящен романтике, влюбленным. Ну а также скоро будет праздник, посвящен нашим любимым мужчинам 23 февраля. Итак, давайте посмотрим, что же тут интересного, что я рекомендую, что я себе заказала. Также, как всегда, по традиции, легкий макияж за 10 минут. Очень-очень простой. Итак, поехали. Первые страницы каталога посвящены романтике. Влюбленным это два парных аромата, которые рождают общий ваш третий аромат, когда вы вместе. Как официальному обозревателю мне пришел подарок на тест. Это вот этот аромат. О нем я более подробно рассказывала в прошлом каталоге. Хочу сказать, что у меня в команде есть лидеры, которые продали 20 или 30 ароматов этих. Это Рамин Гусейнов. Как он это сделал, это новичок, я не знаю. В общем, у него зашел очень круто этот аромат, парный аромат. У него много знакомых молодежей. Каждая девушка хочет быть обольстительной, женственной. И у нас запускается новая серия. Также, как официальному обозревателю, мне пришло в конце каталога прошло вот это вот масло Афродиты с невероятно приятным запахом. И я решила, что обязательно закажу себе всю серию. Вы можете использовать это масло как после душа, так же как массажное масло. В этой серии есть спрей для тела и постельного белья. Представляете, это как? Это еще больше подчеркивает атмосферу сексуальности, притягательности, возбуждения. И также есть гель для душа. Полностью собрала эту серию. Если вы заказали себе, пожалуйста, пишите в комментариях. Это цветочно-восточный аромат с нотами флидоранжа, золотистого ириса и ванили. Окутывает кожу нежной вуалью и создает чувственное настроение. Настроясь на эту волну романтики, я не обратила внимания на страницу, потому что Discovery у нас почему-то серия, она была давно, а здесь у нас «Однажды в Голливуде». И причем, когда потом я попробовала этот аромат, он нереально крутой, тем более, что скоро мы полетим в Голливуд. Наверное, надо ее приобрести, эту серию. Будет ассоциация. Дальше и следующая страничка у нас упаковка. Вы любите делать подарки? Я, конечно же, да. И заказала на всю возможную сумму. Упаковки здесь, ну, более 8 штук точно. Красивые подарочные пакеты, всего 49 рублей. Я думаю, что вы тоже себе закажете. И, конечно же, аромат – это один из самых лучших подарков, который мы можем подарить нашим любимым. Серию по уходу, Novage. Но у нас это, знаете как, открыл шкафчик и достал. Вот один из таких ароматов – это Giordani. Очень люблю, супруг любит. И вот сколько бы ни перебирали, у него каждый аромат есть, но вот рука тянется к нему. И если мы полистаем каталог дальше, конечно же, в компании Oriflame много разных ароматов, которые подойдут под разные случаи жизни. Это серии с ароматами. И я рекомендую вам обязательно заказать набор пробников. Вот так вот он выглядит, когда вы попробуете все ароматы. У меня в команду пришло много человек только ради этого набора пробников. Новичков очень много, потому что вы перепробуйте все ароматы. Представляете, под ваше настроение, под разные стили. Это вот такое количество пробников. Еще не все. Там также помады, крема, тональные основы. Каждый раз комплектация набора разная, плюс-минус. Она меняется каждый квартал, потому что приходит много новинок на определенную сумму. В общем, содержимое набора пробников около там 3,5-4 тысячи рублей. Вам, как новичку, 599 рублей, а так 649, по-моему, стоит. Если не ошибаюсь, обязательно рекомендую. Кроме того, удобная косметичка. И если мы смотрим с размером каталога, то даже можно каталог положить туда. А если заказ у вас будет на 50 баллов в этом каталоге, то в следующем каталоге с 75% скидкой вы получите мои любимки. Это тоже невероятное, просто атмосферное, невероятно сексуальное масло «Шведский спа-салон».
также крем спа-салон. Я беру с собой в спа, как бы то ни говорилось, еще скраб с этой серии мне нравится. После него кожа вообще может даже ничем не наносить. Она настолько мягкая, классная. Мне нравится мусс из этой серии. Безумно-безумно люблю. 75% скидка, 299 рублей. В следующем каталоге приобретайте. А в следующем каталоге у нас будет вот такой аромат Amber Elixir Mystery. Когда я его открыла, я просто запищала. Это тот аромат. Это аромат года. Цитрусовая ваниль, красная лилия и амбра. Это невероятно сексуальный. Для меня это просто роскошный аромат. Это вот аромат начала года, и это мой аромат. Влекущий, чувственный, женский аромат, роскошный, дорогой. Я не знаю, сколько прилагательных. Попробуйте хотя бы пробник этого аромата. И если вы знаете мои предпочтения, и у вас тоже сходятся вкусы, да, вот прям смело берите. Я думаю, что это будет также ваш аромат. Ищите этот аромат в следующем каталоге. Плавно перехожу в раздел декоративной косметики. Первое, что мы видим в каталоге, это тушь с экстремальным объемом Tremendous, с невероятной большой щеточкой пушистой. Многим она очень полюбилась, но в то же время большая щеточка — это не совсем удобно носить ее. Мне нравится тушь, мне она зашла. Вот, мне дает она объем, но если у вас маленькие, коротенькие реснички, маленькие глаза, возможно, вам будет она неудобна. Но это фаворит прошлого года. Так, тушь Tremendous от Oriflame. Нарощенные ресницы вместе с тушью Tremendous и тени Oriflame. Это палетка MAC и нарощенные реснички. Доведу мои нарощенные реснички до совершенства. Вот эффект с тушью и без. То есть видно, да, реснички ресничками, но все равно нужно обязательно прокрашивать нижние. Эффект другой. Нарощенным ресничкам уже 7 недель. Вы пробовали тушь Tremendous? Как вам? На следующей странице помада Elixir Giordani и мой самый-самый-самый любимый оттенок. И здесь, наверное, не видно, но он уже на донышке. Это второй. Мне нравится эффект, мне нравится, как наносится эта помада Elixir. Только естественно и подойдет абсолютно, мне кажется, всем. Тем более, когда кожа загорит, он будет шикарнейше смотреться. Чуть-чуть что-то такое легкое по отпечатыванию. Для меня это стала помада, мне кажется, самой любимой, которая сейчас есть. На 25-й странице мы видим карандаши со скидкой. У меня 6 оттенков. Первые два оттенка — нюд и пыльная роза. Карамельный и красный. Карамельный, вы видите базу под эту помаду, плюс красный — это... заказала ребенку моему, потому что в свои 10 лет она выступает на танцах, и она, и все девчата, они маленькие, у них маленькие губки, помада не совсем удобных красить, и поэтому у меня карандаши вот эти вот улетают, сливовый и шоколадный. Ура! Я делала зачистку тональных основ, и практически все тоналки у меня заканчиваются. И здесь тоже надо выжимать Giordani. И сегодня я наносила тональную основу вот эту Giordani. Если мы берем вот эту тональную основу, преображающую, и вот эту,
В чем плюсы и минусы? У меня уже закончился вот этот оттенок слоновой кости, такой более, больше подходящий ко мне. Я его бодяжила, мешала вместе с темным оттенком. Так же, как у меня всегда любимая тональная основа, всегда два оттенка, чтобы миксовать. И если даже нету один оттенок, то я могу совмещать две тональные основы. Плюсы и минусы. Эта тональная основа более плотная, кроющая, но в ней есть также свои недостатки, недочеты. Если вы не разберетесь, как ее наносить, а она такая сложноватая в технике, то есть нанесли сразу нужно ее растягивать, то вам она не понравится. Поэтому если выбирать, берите вот эту тональную основу. Я разобралась, и она моя одна из самых любимых. Если брать вот эту, то там уже надо очень плотно нажимать, вот видите, вот плотно, да, ее нету, уже нет, она закончилась. Буду ли я ее брать? Для себя я буду ее брать, но вам не совсем рекомендую, потому что нужно разобраться в технике, и она капризная. Если у вас сухая кожа, то рекомендую вот эту вот базу сияния, антивозрастная основа эликсир. Когда наношу ее под тональную основу, кожа светится, она лощеная. То есть, если у меня есть время, я пользуюсь. Если нет времени, конечно же нет. На скорую руку побежала, и все хорошо. В этом каталоге за 399 рублей у нас консилер. И если выбирать консилеры, два консилера, то более кроющий это The One. Например, у меня уже нанесен, он оттенок естественный. Если мне надо легкий эффект, едва заметный, и если, например, у кого сухая кожа, хочет больше ухода, то и этот консилер у меня все, у меня, понимаете, ребята, у меня все заканчивается, то используем вот этот консилер. Он мне нравится. Он создает легкую вуаль. А мой праймер закончился, я буквально выжимала его. Он очень крутая штука, создает базу под тени, и они держатся невероятно долго. 199 рублей, полная стоимость 460. Если мы берем крутые марки, то консилер там стоит на порядок выше, не буду сейчас говорить, но я сравнивала его с люксом, он очень-очень хороший, и я пользуюсь им. Вообще очень сильно люблю, рекомендую. Если вы пользуетесь тенями, праймер просто необходим, потому что тушевка на праймере, она идеальна. Если без праймера, ну, можно, в принципе, на консилер, на тональный крем, на крайняк, да. Если нет, то тушевка будет выглядеть кусками, комками, и ваш макияж будет нестойкий. Прежде всего, почищу складочку вот этим оттенком. Усиливаю эффект оранжевым оттенком. Светлый оттенок на подвижное веко. Также светлый под бровь. Очень-очень просто. Темный оттенок на нижнее веко. Сделала кисточку. И насколько, посмотрите, интенсивнее стал наноситься оттенок. Теперь светлый оттенок. И прочищаем здесь. Вы спрашивали, как пользоваться вот такими тенями. Добавлю чуть искринки, нанесу на подвижное веко. Когда же я добью свой любимый карандаш Giordani малышку и внутреннее веко. В этом году наконец-таки обновляю свою любимую подводку Giordani. Несмотря на то, что здесь написано 6 месяцев, я ее разбавляла спреем для фиксации. И эта подводка у меня пойдет в мусорку. А вот эту подводку я достаю. Подводка стоит 670 рублей и сейчас со скидкой 399. Обожаю ее.
Секрет нанесения подводки – это найти нужную кисточку. Есть видео, где я подробно рассказывал об этой подводке, сравниваю с подводкой MAC, которая у меня до этого была. В Oriflame не было подводок, а когда сделали ее, я полностью заменила, убрала и пользовалась только ей. Несомненно, одна из самых популярных тушей в Oriflame – это 5 в 1 D1. Это новогодняя лимитка, более ультра черная, ну для меня так она такая же, как все. В следующем каталоге запускается новиночка матовая губная помада Giordani Gold Iconic. У нас была уже матовая упаковка. Такая же, как официальному обозревателю мне прислали оттенок, называется нежный имбирь. Компания думает, что это самый продаваемый будет оттенок. Мой самый-самый-самый любимый оттенок, это вот, даже не знаю сколько было, называется нежный беж. Это любимейшая помада. Я сбилась со счету, сколько у меня и в каких косметичках она валяется. Это мой фаворит уже на протяжении многих лет. По запаху такая же. Когда я хочу идеальные губы, то я полностью прокрашиваю карандашом. Как выглядит оттенок карандаша карамель. Специально делала такую персиковую гамму. Как вам? Знаете, что у меня есть правило, каждый день новый макияж. И мой макияж невероятно прост. Это всего лишь двушечка вот этих теней и чуть-чуть добавила немножечко акцента на подвижное веко карандашом. Очень-очень прост. Буквально раз, два, три нанесли, подводка, либо без подводки, например, карандашом. Все очень просто. У меня все оттенки теней есть, и я миксую между собой. Здесь эксперимент только вот эта двушечка. Как вам? Фиксирующий спрей для макияжа нужен или не нужен, решать вам. Им пользуюсь не всегда, но он крут. Всего лишь 299 рублей, 50% скидка. В этом каталоге также палитра всех оттенков. Свотчи есть видео. Сказала, конечно же, все, потому что просто обожаю тени. Первое впечатление, они все в упаковочке, оттенки, гамма. Серебро, золотистый песочный, жемчужный розовый, сливовый тауб, разбила белый перламутр, розовое золото, нежная сирень, слабопигментированный, самый слабенький, дальше насыщенный медный, матовые тени, темный кофейный, угольный черный, нюдовый, бежевый нюд, винтажный зеленый и глубокий синий. Такая вот палитра. Еще раз посмотрите оттенки, как они выглядят. И вся палитра. Наверное, в течение трех каталогов я вам рассказывала, что я убила свою кожу и что уже 3 месяца ее лечу. И о да, ура, наконец-таки я нашла волшебный секрет, рецепт, и я практически пролечила свою кожу, я безумно рада. Отдельно записала видео про вот эту серию, про то, что насколько она мне помогла. Смотрите отдельно, потому что не буду затягивать видео, потому что я буду бесконечно вот благодарна и хвалить эту серию. Она реально работает. И в этом каталоге, и в следующем эта серия будет со скидкой, поэтому если у кого проблемная кожа, однозначно рекомендую. Это что-то кошмарное происходит с моей кожей. Десять дней с момента, как я стала использовать серию, что? Осталось постакне. Это то, как навредилась моя кожа этой сыпью, но я не вижу таких сильных новых высыпаний. И если она была вся вот такая вот бугристая, то сейчас вот осталось, чтобы вот эти пятна сошлись. То есть новый цикл, я так понимаю, 30 дней должен быть, чтобы вот эти пятна все нашли. Но высыпаний уже нет, чистая кожа. 3 недели спустя осталось постакне, но таких ярких воспалений нет. Намного-намного все лучше.
В прошлом своем обзоре я рассказывала о новой серии Essentials. Компания Reflame, как официальному обозревателю, прислала мне крем, но у меня был эксперимент, я ничего не наносила, кроме серии для проблемной кожи, и мне захотелось попробовать и посмотреть, буду ли я заказывать вот эту вот серию в этом каталоге, и нанесла крем на лицо, утром просыпаюсь, обычно умываюсь, и такая, что такое? Я не понимаю. А я забыла. Обычно я вот этой вот серии пользовалась этим же кремом, да, и все равно эта серия, естественно, сушит кожу какой-то, ну, да, потому что основная ее задача – это убрать кривую сыпь и вот это вот блеск, контроль, жирность кожи и так далее, да. И такая я, вау, что с моей кожей, класс. И я вспомнила, что нанесла вот этот вот крем, и тут же все. Так как я в воскресенье делала заказ, я заказала всю серию попробовать. А мои первые впечатления вчера вечером. Я попробовала. Сейчас кое-что скажу. Все, тянется рука. Пробовала я вот что. Это гидрофильное масло Novage. Может быть, я одна такая, но я до этого никогда в жизни не пробовала гидрофильное масло. И я даже не знала, как его наносить. И попрызгала какая-то водичка, а потом нанесла что-то непонятно. Как ее намочила, вау, что-то уже такое, вот знаете, как эмульсия какая-то. Не то, что пенится, а вот что-то другое, да, трансформация. В общем, не знаю, может быть, если вы знаете, как правильно пользоваться, да, напишите. Вот. Но потом я начала читать, изучать. Да, как правильно наносится? Наносится гидрофильное масло на сухую кожу. Видите, оно вот такое, вот маслянистая текстура, и вы его наносите. И дальше происходит чудо. А за этим чудом мне надо сходить, потому что дальше, когда вы наносите капельку водички, капаем, ой, как неудобно, и оно превращается в молочко. Сейчас не видно, и оно такое мягкое-мягкое, и очень хорошо все смывает. Сейчас расскажу подробнее. Гидрофильное масло предназначено также для водостойкого макияжа. Я не проверяла, но мою тональную основу, в принципе, хорошо очистил. При контакте с водой такое гидрофильное масло превращается в очищающее молочко, которое смывается, не оставляет пленки, и при этом очищает, смягчает и увлажняет кожу. Вот такая долгожданная новиночка у нас будет. А вы пробовали когда-либо в своей жизни гидрофильное масло? После гидрофильного масла сегодня с утра я попробовала вот этот очищающий гель. А вот этот гель, он крутой, он пенится. И мне он понравился. То есть это такое средство, когда вы еще потом вспените, классно очищает кожу. И даже если что-то не смыло вам гидрофильное масло, и вот этот вот, понимаете, макияж, тональный крем, плотный, особенно там водостойкий макияж, все это очень круто досмывает. Я больше с другим средством пока гидрофильное не пробовала. А в инструкции написано, что подходит не только там на Novage, да, а именно любое очищающее средство. Поэтому буду дальше экспериментировать и о своих впечатлениях расскажу в следующих видео. Это серия, которую я заказала еще, и масочки две, они по 49 рублей всего, без ГМО, без парабенов, с натуральным маслом канола, витамин Е и глицерином, которые обещает очень хороший уход. И в прошлом видео я говорила вам о том, что наш организм – это единое целое, и иногда бывает так, после того, после всяких ресторанов, вкусняшек, салатиков, вам просто хочется обычной, вареной картошки, без всего. Вы едите картошку, понимаете, боже мой, какая вкуснятина, во всяком случае, так у меня бывает, да? Вот, просто вот, ну, маслить, картошечка, чуть-чуть маслечка, может быть, чуть-чуть зелени. Так это то же самое, когда вы только начинаете пробовать эту серию, вы вот получаете вот этот вау-эффект от простого легкого ухода. И она бюджетная. Стоит 199 этот крем, а 129 рублей очищающее средство. Ну, в общем, бюджет. И при этом
Она серия хорошая, комфортная. Я разрабатываю бьюти-календарь, в котором буду включать как раз-таки комбинирование разных серий, цикличность, потому что, вот, например, у девочек перед критическими днями кожа, она высыпает. Значит, я буду включать серию по уходу за проблемной кожей. Срок годности любых серий у нас год. И если вы будете пользоваться серией, в среднем ее хватает на 3-4 месяца. И если вы правильно разобьете эти серии в течение года и будете циклично покупать, то у вас, во-первых, вы получаете максимальный эффект, как салонной процедуры, и при этом у вас не валяются ненужные, неиспользованные средства. Они просто-напросто не портятся, не успевают. То есть вы в течение планомерно, в течение года все используете и получаете максимальный эффект. В какой день недели нужно пользоваться очищением, скрабированием, где-то масочка, где-то больше увлажняющая, где-то тканевая масочка. В общем, все это я буду использовать, буду составлять бьюти-календарь, чтобы получить максимальный эффект, и потом вам о нем расскажу. Вы уже просите, чтобы я вам показала. Нет, он сейчас пока в состоянии разработки, потому что до этого я пользовалась только серией для проблемной кожи. А сейчас, когда я восстановила свою кожу, когда она более-менее ничего, я могу сейчас экспериментировать в рамках компании Oriflame и уже вам скажу, что максимально даст вам эффект. У нас также есть крутое приложение Skin компании Oriflame, где вы можете посмотреть, сколько сфотографироваться, сколько лет вашей коже, определить, да, проблемы старения, где у вас пигментация, что-то, морщинки, да, и потом после использования серии той же Nivege, это вообще реально, у нас девчонки просто в шоке, 5-10 лет, минус 5-10 лет, они делают фото до и после, этим же приложением сами подкручивают колесико, видят офигенные результаты. Также это круто работает после тканевых масок, или у нас есть маска марафон, когда вы 7 дней подряд делаете разные маски, да любые, ваша кожа просто вау, ну минимум 5 лет. А еще, когда я выступала в компании Oriflame, у нас было мероприятие, мне компания подарила вот такой наборчик. Смотрите, какая красота. Это новогодняя упаковочка, серия Novage, и это моя серия, с которой я скоро вернусь. И прямо буквально скоро-скоро отсюда вытащу крем для век, потому что он у меня заканчивается. Если вы еще не решили, какой же сделать самый крутой подарок для вашей подруги, мамы, коллеги, родственницы, женщине, подарите вот этот набор. Потому что кожа – это не сапоги, которые купил и выкинул. Кожа – это самое главное. И никакая самая дорогая, самая крутая люксовая косметика не закрасит вашу проблемную кожу, какие-то недостатки вашей кожи. Поверьте мне, я это прошла. Поэтому самое главное для нас – это кожа. Это правильный уход, который прошел 3 вида тестирования – дерматологическое, клиническое и потребительское. Novage Forever – на любой праздник. Впервые за много-много лет этим средством я не пользовалась, наверное, практически 2 месяца. И я по нему так соскучилась. Это реально салонная процедура у вас дома. А вы догадались, что это средство? Если догадались и если реально угадали, напишите в комментариях, что это да. А это аппарат для очищения кожи Skin Pro. Когда вы... Это не та старая версия, потому что вот кто давно в Oriflame, у них есть другое, где вот крутящееся идет вращение, туда-сюда что-то. Это другое, когда идет выбивание. Сколько там? 25 тысяч вибраций, что ли? Забыла сколько. Нажимаете, и вы видите вот такое движение, да? Так вот, идет выбивание грязных точек, все. И, в общем, почему я убрала? Потому что, когда у вас проблемная кожа, угревая сыпь, и идет вот эта зараза, а в первые дни я так и сделала. Я просто-напросто
разнесла вот эту заразу по всей коже и тем самым сделав себе еще хуже, потому что я сначала я не поняла, что происходит. Возможно, как раз-таки это был как раз-таки подкожный клещ, который я разнесла, потому что когда у меня до этого были высыпания, ну, проблемная кожа, да, там пищевое было, да, у меня не было с этим проблем, то есть я не разносила. А вот в прошлый раз, да. Вот, а это очень крутая штука. Так же, как и в прошлом каталоге, я заказала себе сменные насадки, чтобы, ну, вообще избавиться от всей той грязи. И хочу сказать, что даже вот на днях им опять начала пользоваться. Это моя любовь. Это моя любовь. И никакой супер уход, если у вас будет кожа не очищена, не сделает эффект. И как запустить кожу? Цикл клетки кожи, вот если, например, мне 39 лет, цикл кожи 39 дней. И когда мы очищаем вот этот верхний слой кожи, тем самым мы запускаем быстрее обновляться клеточки кожи, сокращая этот цикл. Кожа видит, что у нее недостаточно слоя клеток, и она быстрее-быстрее запускает. Это вот фишка, которую я узнала от очень крутого известного косметолога, которая говорила о важности очищения кожи. Еще что важно, вы не вредите вашей коже, когда там идет сильное скрабирование, а когда идет выбивание, это более мягкий уход. В общем, и кроме того, представляете, ковер, да, ворс. Если вы нанесли на ворс супер дорогой крем, он проникнет в глубокий слой кожи? Нет, он, скорее всего, останется на поверхности. Поэтому, чтобы любой крем работал, надо вот этот ворс счистить, убрать, для того, чтобы ваш дорогой супер-пупер крем проник в глубину. Если вы девочка в возрасте 30-40 лет или близко к 30, или чуть-чуть за 40, то попробуйте нашу замечательную серию Novage. Именно в этом каталоге набор пробников за 99 рублей. Честно говоря, я их и за 250 покупала и дарила моим знакомым, подругам, как я говорю, по цене чашечки кофе. Может у вас быть весь уход, а еще это travel-версия. Когда куда-то поехать, чтобы не брать все вот эти вот баночки, вы берете сразу с собой набор. Рекомендую однозначно. Также, кто, например, работает с каталогами, показывает каталоги, да, вместо того, чтобы отдать по своей цене какое-то средство, лучше подарите человеку Novage. И я думаю, что обязательно человек попробует, протестирует и закажет этот набор. Я не знаю, сколько с вами были ваши родители, когда они вас воспитывали, обучали, давали высшее образование, вы жили у них дома. Сколько денег они в вас вложили, сил, энергии. Позаботьтесь о своих близких. И в этом заказе, да, я сказала мамочке и себе, постоянно регулярно ей покупаю, это витаминки, я ей дарю, потому что мне важно здоровье моей мамочки, так же, как и постоянно косметические средства. Ну, я же работаю здесь, почему? Мне не жалко, я все покупаю маме, так как мама говорит: Ира, у меня уже на очереди, мама, дай мне этот крем. Вот, я попробую, тестирование, и все, маме помады, что она просит, даю, да. И вот, возможно, ваши родители, пенсионеры, они не могут позволить себе покупать такие продукты, как Wellness, потому что это дорого, да, в соотношении их пенсии, но это поддержит здоровье и их жизнь. И также в этом каталоге у меня закончился, и я вновь покупаю циклично набор Life Plus. Кто еще не знает, что в него входит, это коктейль, это витамины, это шейкер, идет в подарок, так же, как и дневник. Что у нас? После января очень многие набрали пару лишних килограммов. И у вас есть будет дневник. Это к новой жизни за 12 недель. Подробные рекомендации, пищевой дневник. Очень-очень интересно. Рацион пищи, рекомендации. Это то, есть, то, что вы могли бы сходить к какому-то диетологу, записаться на какие-то курсы. А тут у вас уже вся программа разработана. Очень крутая. По этой программе работали тысячи людей и получили результаты. Офигенная потеря, снижение веса, и в том числе вы получаете крутое здоровье.
Ну а также в этом каталоге очень много скидок. Например, вот на такое масло Элео, без которых не обходится ни одна процедура после мытья волос. У меня их и такое, и вот такое. Ой, уже падает все, и ночное масло где-то лежит. А также постоянно заканчивается жидкое мыло. Переходим к разделу аксессуары. И с 50% скидкой Премьер Клуб. Сумка стоит 1799 с 50% скидкой, минус 20%, что-то 700 с копейками она мне обошлась. Вот такая сумочка вставкой под крокодила. Ручку можно поворачивать разной стороной. Можно было одевать. Здесь все очень просто, без подкладки, но есть карман для телефона и нужных вещей. Закрывается молнию. Вот до этих пор молния у нас. Реально заказала ее себе под пальто и под сапоги. Конечно, может быть, это не эстетично. Вот у меня такие сапоги. Их покупала в Валенсии вместе с мамочкой. И вот долго искала тот оттенок, который мне нужен. Плюс в Риме покупала куртку. Она такого же оттенка с мехом. Это вот просто идеальное для меня сочетание. Чуть-чуть сейчас потеплеет, и буду все это носить весной. Для себя, вот знаете, вот полностью можно лук собрать. И самое главное, это попасть в вашу цветовую гамму. Мне нравится, что в компании Oriflame очень много различных аксессуаров, и они бюджетные, реально бюджетные. Я, конечно же, люблю брендовые вещи, покупаю их. У меня мой любимый Guess все время, также много других дорогих сумок. Но вот чтобы попасть в образ, чтобы попасть в какую-то коллекцию, чтобы дополнить, да, конечно же, беру аксессуары Oriflame. Они у меня просто реально шкафы завалены, и потом у меня плавненько все идет. Маме. Да, то есть вот я так сочетаю. А вы? Я думаю, что тоже у вас очень много сумок от Oriflame. И как вам эта сумочка? По уходу мужская серия. У моего мужа никак не может закончиться серия Novage. Когда ему еще раз подарю? Я потихонечку покупаю ему что-то, да? Вот, также ему нравится вот этот гель. Ой, не буду сейчас выходить, он кушать готовит. Вот, а то скажете, иди быстрее кушать, а я еще видео не сняла. Вот, знаете, еще одно преимущество, когда у вас семейный бизнес, и когда ваша семья вся дома, а не так, как вы с утра до вечера на работе. Вот гремят тарелками, и меня позовут, и скажут, идем покушать, у нас обед. Так, прелестно. Поэтому я заканчиваю видеообзорчик, чтобы мне прийти покушать. Вот. А вам желаю прекрасного настроения, влюбленности, романтики. Будьте счастливы!